Ректоры, проректоры по воспитательной работе и лидеры студенческого самоуправления съехались в Ульяновск на двухдневный всероссийский семинар-совещание «Воспитание в педагогических вузах». Мероприятие проходит с участием представителей Министерства просвещения Российской Федерации. Говоря о развитии системы воспитания, мы не отвергаем ничего и не сносим из существующего, что накоплено. Мы говорим о том, что, развивая систему воспитания сегодня, мы должны отвечать на те вызовы, которые объективно сложились. Родители по-другому относятся к школе, учащиеся по-другому воспринимают слова, каналы влияния и формирования представления о школе и вообще о ценности человека совсем другие, и мы должны учиться и уметь с этим работать. Среди участников – представители 37 профильных вузов страны. Они обсудили основные подходы к разработке и реализации программы воспитания в университетах. Это будущие педагоги, будущие учителя. И им предстоит выполнять воспитательную функцию образования в школах, в учреждениях дополнительного образования, в подростковых клубах и так далее. Поэтому они должны не только быть сами воспитанными, как говорил Лев Толстой, да, воспитатель должен быть сам воспитан, но и уметь организовывать воспитательный процесс с детьми. Некоторые педагогические вузы в этом учебном году стали пилотными площадками по разработке программ воспитания. Среди них Липецкий государственный педагогический университет. Надо сделать так, чтобы воспитанием было охвачено, ну не побоюсь этого, да, там 90-95% студентов, потому что абсолютно прописная истина, банальная вещь, но эти студенты потом пойдут работать в школу и воспитывать будущих, может быть, тоже учителей. Ульяновский педуниверситет имени Ульянова стал площадкой для проведения семинара-совещания не случайно. Наш ректор Игорь Олегович Петрищев совсем недавно на одном из совещаний выступил с инициативой создать совет проректоров педагогических вузов. То есть совет проректоров по воспитательной работе общий существует, но мы понимаем, что когда речь идет о будущих педагогах, безусловно, здесь есть своя специфика воспитания. И вот это объединение проректоров, работающих на идее воспитания будущего педагога, оно вот сегодня здесь будет ваяться. Направлений в программе воспитания вуза несколько – духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, волонтерское. Особо развито студенческое самоуправление. Это студенты подтверждали не раз на всероссийских конкурсах. Для лидеров студенческого самоуправления на семинаре-совещании предусмотрена своя обширная программа. В итоге они разработают календарный план по направлениям воспитательной работы. А результатом семинара должна стать универсальная программа воспитания для педагогических вузов. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.